Здравствуйте! Я очень рада, что вы нас смотрите. И сегодня мы с вами распаковываем средства для ухода за лицом. Да, это крем и набор для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз. Сейчас все подробно расскажу. И еще вот такие две позиции для мамочки. Заказала гель для ухода за кожей с экстрактом цветов арники. Сейчас мы с вами все откроем и посмотрим. Начнем вот с этого геля. Так, я хочу сказать, что у нас когда-то очень давно был уже тоже похожий гель. Возможно, не этой фирмы, а какой-то другой. Он, в общем-то, очень хорошо снимает усталость, особенно когда им мажешь ножки, да, то есть там коленочки, икры, в общем, такие места. Значит, вот такая вот упаковочка, тут две штуки. Стоит он у нас, сейчас я скажу, гель для тела с экстрактом арники горный, 3587 рублей. Значит, CBS, да, такая, CBK, как правильно называется фирма, вот такой вот гель. Сейчас мы с вами посмотрим гель для ухода за кожей, да, с экстрактом цветов арники. Сейчас мы с вами немножечко его откроем. Я понюхаю, да, вместе с вами. Так, сейчас. Ну да, пахнет арникой. Так, подарит вашей коже идеальную шелковистость и гладкость. Средство, обогащенное экстрактом арники, предназначено для интенсивного ухода за кожей. Попадая на кожу, гель возвращает необходимое увлажнение и способствует повышению ее эластичности и улучшению вашего внешнего вида. Экстракт арники известен своими восстанавливающими свойствами, способствует расслаблению, снятию напряжения и усталости после физической нагрузки. В общем, способ применения такой: нанести на очищенную кожу и легкими массажными движениями, в общем, это все распределить. Я сейчас буду это делать вместе с вами, в общем, на ручку. Вот так вот, да? Чтобы вам показать, как он, в общем-то, на коже распределяется. Так бы я сказала. Он достаточно такой вот. Достаточно такой маслянистый, я бы так сказала. Но я думаю, что он должен хорошо впитаться. Сейчас я нанесу на локоток. Сюда вот повыше на ручку я нанесла. И расскажу вам потом свое. Вообще все впиталось. Сейчас я вам потом покажу. Все впиталось прекрасно совершенно. Вот. Значит, я распределила вот этот крем до практически чуть выше локтя даже. Да, немножко зону взяла. Распределила. Правда, кожа такая прям мягенькая стала. Такая шелковистая. Класс. Ой. Мне кажется, тут не видно, а вообще даже такие микро какие-то такие переливается он даже с микро какими-то, как блестками, что ли. Ну, такие не микроблестки, да? Вот такой вот он гелевой консистенции. Ага, ну все. Я надеюсь, мама будет довольна. Надеюсь, что ей подойдет. Все должно быть хорошо. Потом попозже выложим и расскажем, как хорошо он работает, эффективно или нет. Но я думаю, что все должно быть замечательно, потому что арника творит чудеса, на самом деле. Набор для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз я заказала вот такой. Эту фирму «Доктор Фукс» я беру, у меня уже косметика закончилась полностью, которую я заказывала. Значит, этот набор стоит 4849 рублей.
Ну, понимаете, да, поскольку это средство, в общем, для глаз, дешевым быть оно не может. Если это косметика, особенно, тем более, это Shopping Life, это косметика уже, в общем, из Германии к нам прибыла. Поэтому евро сейчас тоже подорожало, поэтому вот так вот. Я решила купить, хотя бы раз в год я себе стараюсь покупать что-то из Dr. Fox, потому что мне косметика прям идеально подходит, я ее очень люблю. Похоже, ну вот точно такой же крем у меня был. И этот крем просто, он какие-то творит чудеса. Во-первых, я очень аллергичная, да, я могу среагировать. Этот крем под глаза у меня никакой аллергии не вызывал. Я заказывала его просто вот в отдельной упаковке, вот в такой позиции. Вот это я взяла дополнительный, да. Это какая-то вот еще штучка для глаз такая. Сейчас мы посмотрим. Если честно, я сама. Ага, это вот такой вот гель для глаз, смотрите, да? Он такой прозрачный. Угу. Такой достаточно прозрачный. Так. И вот такой. Сейчас я вам... Ну, это первый раз. Нужно туда как бы пропустить. Вот, вот он такой. Значит, вплоть до того, у меня была страшнейшая аллергия, и очень долго я этот крем использовала, его надолго, на самом деле, хватает, больше года даже у меня было. Я его использовала для лица, потому что у меня была жуткая аллергия, аллергия на коже лица, и поскольку этот крем под глаза, он, конечно, не дешевый, но он мне и сухость, и аллергичность на коже убрал, поэтому... Кто-то даже, многие писали, говорит, какой же мне использовать крем, если вам действительно нужна какая-то позиция, чтобы у вас не было аллергии, закажите себе крем для глаз. Пусть он будет подешевле фирмы, но вы его сможете использовать, в общем-то, для лица. И тогда никакой аллергии у вас не будет. Это 100% уже проверено. Крем для кожи вокруг глаз с комплексами, в общем... Какими-то тут комплексами, можно я их зачитывать не буду. Крем специально разработан для ухода за чувствительной кожей вокруг глаз. Он способствует визуальному разглаживанию кожи, уменьшению образования мимических морщин и сухости кожи. Подходит для всех типов кожи, способствует процессу синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты. Ключевые компоненты – безинъекционный филлер, гиалуроновая кислота нового поколения, которая визуально разглаживает глубокие морщины. В общем, какой-то еще стимулирует регенерацию гиалуроновой кислоты в коже, помогает подтянуть контуры лица, возвращает коже упругость. И следующий компонент тут способствует расслаблению мышц лица, что позволяет коже стать визуально гладкой. Применение нанести утром или вечером на очищенную кожу вокруг глаз. Вот такая вот, вот такой вот крем, короче говоря. Какой он по консистенции, сейчас я вам покажу, да, вот такой вот. Ну, на самом деле, тут вот этого, которого я взяла, конечно, это очень я много выдавила. Но это как бы вот специально для вас я выдавила, да, чтобы вы посмотрели. Конечно, его нужно поменьше, на оба глаза, вниз, в общем, вообще-то такой. Красота и счастье. Так, следующий у нас идет вот этот вот гель, да. Это был крем под глаза, вот такой. Следующий у нас идет гель. Сыворотка для... В общем, фактически это аналог просто крему, только он в гелевой такой, в гелевой консистенции, да? То есть сейчас, когда жара, например, лето, может быть, гель даже и лучше подойдет под глазки, чем, в общем-то, крем. Вот. Я люблю очень, аллергии Доктор Фукс не вызывает. Следующий мы с вами будем открывать крем. Содержит инновационный ингредиент нуклеотропин, который активно способствует регенерации клеток, укрепление внеклеточного матрикса. Крем визуально сокращает морщинки, повышает плотность кожи. Кожа становится более упругой и эластичной. Масло семян инжирной опунции, содержащиеся в формуле, препятствуют обезвоживанию кожи.
открою. Не очень получается открывать. Ладно, вот так вот. Обладает успокаивающим и антиоксидантными свойствами. Компонент ресвитарол, получаемый из винограда, способствует улучшению структуры кожи, уплотняя и визуально подтягивая ее. Применение. Наносить крем ежедневно утром на очищенную кожу лица мягкими похлопывающими движениями. Вот такой вот крем, такая банка. Красиво, да? Мне прям уже заранее уже хорошо. Того, что у меня такая красота. Первый раз, помним, да? Нам нужно туда как бы нагнать воздух. Так просто не получится. О, все. Воздух прошел. Поэтому, если у вас перед первым нажатием там не получается сразу все сделать, это ничего страшного, потому что туда нужно накачать как бы воздуха для того, чтобы оттуда, в общем-то, пошел у вас крем. Да? Поэтому не боимся. Не знаю, по ощущениям на руке, вот первый раз наношу, просто чудесно. Сейчас все скажет, дорогой, крем наносит на руку. Ой, очень он приятно, вкусненько пахнет. Такой легкий запах. Даже такие какие-то нотки. Приятный очень крем. Да, мне нравится. Для лица будет вообще, мне кажется, классно. Так, значит, я нанесла на руку. Прям кожа уже такая мягенькая, шелковистая. Классно. Значит, вот такой вот я взяла себе крем. Это тоже фирма Dr. Fuchs. Да. Вообще красиво. Женщины любят новые тюбики, красивые тюбики. Я думаю, что мне его хватит надолго. Но вообще там написано, что на самом сайте Shopping Life задавали вопрос, сколько можно пользоваться этим кремом. Значит, девчонки, кремом этим можно пользоваться ровно 2 месяца. После этого нужно сделать обязательно перерыв на полгода. И потом можно снова 2 месяца им пользоваться. То есть он как бы курсовой получается. 2 месяца пользуемся, полгода отдыхаем. Вот так. Поэтому пока я себе заказала его, когда 2 месяца закончится, я закажу себе уже, соответственно, другой просто обычный дневной крем, чтобы немножечко как бы кожица отдохнула от этих свойств, которые содержатся. Но я вообще хочу сказать, что вот этот компонент из винограда, да, он же даже ведь используется в многих косметических средствах, и в том числе даже и таблетках, да, для там мы что-то пьем, вытяжки все эти из винограда. Очень удобные, хорошие, полезные, в общем, свойства. Все, я надеюсь, вам понравилось. Вот такие, в общем, средства. 3, да, я купила. Доктору Фуксу я доверяю, потому что аллергии он не вызывает. Я очень аллергичная. Значит, вот такой классный гель с сарникой, да. Но гель не... Ну, вы понимаете, он все равно пахнет арникой. Вы должны к этому как бы быть готовы, да, такой запах растения такого. Ну, кто знает, как пахнет, вы понимаете, о чем я говорю. Но с учетом того, что это для ног, поэтому, в общем-то, это допустимо и нормально. Но, как вы видите, на руке вот у меня ничего особо не осталось. Да? То есть он впитался, просто впитался он достаточно хорошо. А и в кожу ног, я думаю, он впитается тоже отлично, потому что ноги у нас все равно более такие, мне кажется. Кожа на ногах более такая сухая, чем кожа там на руках и на лице, все равно по-любому получается так. Все, до новых встреч, пока-пока, надеюсь, вам все понравилось. Пишите, ссылки все выложу в описании.